Так, ну что, Коля, клюшки положили? Где большая? Так, теперь сумку, а лопата это не нужна, дочь, маленькая, зачем? Это Коля положил. Одну зеленую ложи. Пеня не едет с нами? Едет. И Пеня тут. Так, Витя, пролази. О, привет, сосулька. Как я пережил? Привет, сосулька. Привет, сосулька. Глянь, на пробежку. С утра мы на коньке, а не на пробежку. Какая красота! Деревья обмерзли. Все белое. Все белое, да. А вот и наше озеро. Так, кино заснимается. Так, Витя, Витя, коньки. Витя, коньки. Так, ну что, разминка. Витя, наверное, надо натянуть штаны на коньки. Ну, не знаю. Доча, как разминка? Собачек. Пеня, тебе ухо придавили? Нет. Нет? Так, чё, как разминка? Хорошо! Давай, доча, еще покатаемся и начинаем хоккей. Забил. Так, доча, давай. Давай, доча, отбирай. Рама.
Все, гол. Отходите дальше. Вероника, забудь. Добивай. Штанга. Доча, забивай. Виктор, опа. Отбили. Так, первый тайм заканчивается. Давайте. Последние минуты, давай. Последние минуты. Вероничка, забивай маме! С разворота, доча, с разворота, да? Витя помогает маме, конечно. Доча, второй раз, вторая попытка. Давай, отлично, и маме гол. Забили. 5-6. Так, в оборону, Вероника, в оборону отходим. В оборону, доча. Отходим в оборону. Хорошо, потеряли мячик. Так, на перерыв. Первый тайм окончен на перерыв. Так, Пеня выходит на лед и будет сейчас убирать снег. На, за сними. Коля, как скоростная моторная лодка рассекает просторы озера. Ой, фен. Ну дай ей покупать. Ну правда, она шоу устраивает перерыв между игрой. It's half-time show. Ой, красавица. Я облизываю. И ножками топи-топи делай. Давай. Ну что, первый тайм отыграли? Давай сейчас. Да. Второй? Да. Давай. Так, Коля показывает выкрутас. Супер. Это бомба. Молодец. И доча моя тоже фигуристка. Молодец, доча. Опа! Собираемся на второй период. Все. Но перерыв закончился. Меня не будет. Меня не будет. Потому что я буду судья, ага. Ты будешь показывать только мальчиков. Давай, хорошо, вставай. Пеня упаковалась. Пеня хоккеистка. Давай. Так, закончился второй период. Батарейка как раз села.
Ну вы все видели, как я троих обвел и забил прекрасный гол. Это было, конечно, что-то. Теперь они меня не обыграют. Сейчас отдохнем и начнется третий период. Нет, просто чай! Да. Сегодня у нас вот такое солнышко. Так, ну что, начинаем третий период. Так, все подготовились? Последний заключительный период. Папа проигрывает, но последний гол дал надежду, что я выиграю. Так, нашему вратарю передается камера. Да, все. Что такое, Витек? Третий период уже подскользные, да? Нет. Так, камера работает. Поехали. Давай. Вероника на воротах? Обыграли. Третий период. Ой, ой, закружила папа. Ой. Держи. Тут не даешь. Ай, ей под ногой идет. Камера опять потухла. Фу. Да это она при съемке потухла. Она не потухла, она на стендбай стала. Сама записывает, да? Так, ну что, закончился третий период. Мы выиграли! Да, конечно, втроем папу обыграли. Сразу. Конечно. Угу. А потом ты бежал, а Витя просто раз и все. Да, Витя специалист. И доча уже специалист у меня. Два дня назад каталась с подставкой. О, фигуристка. Ты будешь хоккеистка или фигуристка? Фигуристка. Фигуристка? Ну, быстро. Давай. Ну что, накатались? Да! Папу обыграли они, конечно, с крупным счетом. Но это мама пропустила, конечно, все голы. Да это Пеня. А, Пеня. Да, ясное дело. Да все. Пеня помогла тебе, чтобы ты проиграл. Ладно, едем домой. Все, Пеня машина прогрелась. Пеня помогла нам, Пеня. Поехали. Помогла.